Итак, 57-я серия. Отвечу сейчас на некоторые комментарии. Так, на какие отвечать даже не знаю. Ортобот. Мужик просто с юмором. Надо было притормозить до 5 километров. Сейчас и проехать по луже так. Интенсивность движения высокая. Так бы она не разлетелась. Не знаю, о чем речь. Ортобот. Так, вы сказали, что трасса А-119 и не знаете, как она называется. Километров. Она никак не называется, просто Вологда-Медвежьегорск. Она носит название А-119. Так, Саммервей. Вот, например, Киев объехать невозможно. Я думаю, что каждый крупный город, большой город должен иметь объездную дорогу для того, чтобы в городе не создавались пробки и прочие с этим проблемы. Саша Люсина, что продают вдоль обочины? Ну, вдоль обочины продают то, что в лесу, грибы, ягоды, шишки какие-то, орехи. Ну, еще торгуют продуктами собственного производства, варенье, соленье, рыба и так далее. Но я не останавливаюсь. Был печальный опыт, поэтому проезжаем мимо. Так, Владислав Новгородов пишет. Если был бы комментарий, рассказчик, было бы все хорошо. Но я рассчитывал, что то, что я говорю в салоне автомобиля, будет четко и ясно слышно. Но, к сожалению, шум колес забивает разговор. Даже сам не всегда понимаю, не могу разобрать, о чем говорю. Но по мере возможности буду сопровождать вторым комментарием. Ну а так, что говорить? Привязывать к трассе, к каким-то на карте точкам. Ну, постараюсь это делать. Так, Ортобот, какой у вас телефон? У меня один черный, один серебристый. Оба брал в дорогу. Черный Huawei, а серебристый iPhone. Как славно, что этот дурацкий радиопеленгатор молчит. Если бы вы знали, как я рад. Но в скором времени я его вообще отключил, убрал. Его вообще в багажнике валялся где-то. Ортобот, а можно вопрос? Так. Ортобот, а можно попробовать в Новосибирск на поезде съездить, хотя я не хочу на поезде. Ну, я не понял суть вопроса. У меня разрешение спрашиваешь, что ли, поехать в Новосибирск на поезде или нет. Ну, лети на самолете, на автобусе. Вот раньше вы на поезде ездили, я ни разу на поезде не ездил. В чем проблема? Так, Ортобот, мошенники в моей области набрали столько просмотров. Удивляюсь, ужас. Ну, это в плейлисте. У меня есть подборка таких видео. Я останавливался на трассе, я их давно приметил, давно наблюдал, ну и потом решил заснять.
на видеорегистратор, чтобы люди посмотрели, что это за люди. На дороге вот так вот активно голосуют, останавливают автомобили. Ну, комментарии к этому видео от «Мошенники на трассе» это можете отдельно посмотреть. В плейлисте есть такая подборка. «Артобот», у нас есть видеорегистратор, но плохой очень. Какой можете дешевый посоветовать? Ну, дешевых, хороших видеорегистраторов не бывает. Нужно определить критерий, который нужен, для чего качество съемки, какой-то функционал видеорегистратора, и по этим параметрам выбирать. Так, интересно, они живы сейчас? Это авария на М7 «Волга», снятая в 2011 году. Не знаю судьбу. Канск. Там у меня бабушка работала. Сейчас она в Приволжске живет, Ивановская область. Ну, я многократно проезжал Канск и по объездной, и через город. Объездная Канска – это смерть фашистским оккупантам, поэтому лучше проезжать через город. Так, «Артобот» пишет: «Ничего себе, почти 100 тысяч просмотров, 666 километр». Ну, я ответил, что трасса была чистая, без проблем, и вот только на 666 километре на дорогу опустился туман. Просто интересный факт. Так, потом он посмотрел комментарии. Пьяный на встречной полосе трассы «Амур». Ну, был такой момент, на самом деле, очень неприятно, когда впереди тебя вот виляет автомобиль. На заправке ГПН налил масло из той, из большой канистры, на заправке вылил. В общем, уровень показывает между минимум и максимум. Там еще маленькая баночка, это... Это... Может, ты отслеживай и скажи, где мне это поменять масло. Это я общаюсь с Валентином по WhatsApp, отправляю аудиосообщение. Так, «Артобот». Эх, как я хочу во Владивосток съездить. Советую, рекомендую, очень хорошее место. Так, «Артобот» интересуется, где находится Нижневартовск, в Тюменской области. Так, «Артобот» пишет, а вот это вы сняли. Ну, это был первый мой такой ролик. Я назвал его «Каскадер за рулем» при подъезде к Нижнему Новгороду. Переезд был, и все там сбрасывают скорость до минимума, потому что у нас переезды все раздолбанные, как будто враги это место ремонтируют, и потихоньку переезжают. А этот вот на микроавтобусе, я увидел, когда он был, поравнялся со мной с левой стороны, ударился в отбойник, я думал, перевернется, остановился, а он, как ни в чем не бывало, по встречной полосе свернул налево, судьбы его не знаю. Так, «Артобот», а вы когда свернете в сторону Кирова? В Владимире или в Иванове, или через Шую? «Артобот», вот такие вопросы лучше мне не задавать, потому что запомнить всю трассу, через какие поселки, там поселки городского типа, я проезжаю, я просто не могу вспомнить. Мне нужно все видео поднимать. А это, поверь, это очень затруднительно. Искать, где я поворачиваю, куда я поворачиваю. Вначале
дня я размещаю трек в ускоренном варианте, ускоряю в 64 раза, чтобы можно было иметь представление, где это находится и как это находится. А в детали... Так, Андрей Данилов. Слишком темный фильтр поставил. Иногда вообще не видно ничего. Но это не фильтр. Это из-за того, что нет автоматической экспозиции. И приходится вручную вот, делать или светлее, или темнее кадры. Но не всегда удается вовремя заметить, что экспозиция темная. Поэтому будут такие... Будут такие кадры, где или темно, или светло. Так, Саммер Вэй пишет, я заметил, в России очень много зон. Не знаю, мне вот одна попалась, я вот заснял в Данилово, а так я не помню, чтобы на видео мне попадались зоны, тюрьмы и так далее. Антон Мунич пишет, какая красивая трасса А-119. И картинка супер, регистратор хорош. Благодарю, Антон. Так, Картобот пишет. Офигеть, у вас есть видео, где 1,3 миллиона просмотров. Я аж упал. Это... А, это про мошенников. Мошенники на трассе. Ну, должен сказать, что некоторые видео мои вот из серии «Мошенники на трассе», этот каскадер за рулем, многократно показывали по телевизору, сейчас не, по разным каналам. Мне звонили из других регионов о том, что видели мои ролики по телевизору. Но основная цель «Мошенники на трассе» видео, подборка, это чтобы люди не попадали на разводы, где их обманывают, делают из них дураков, выманивают деньги. Так, Руслан Гарифуллин пишет, выкладывайте видео, так будьте добры объяснить, о чем речь. Заднее стекло было приоткрыто. А, это зачем второй видеорегистратор в автомобиле? В комментариях я подробно рассказал, зачем нужен второй видеорегистратор. А когда будут какие-то горы в кадре, везде равнины, Саммервей. Ну, сейчас движение вот в этих сериях идет по среднерусской равнине. Далее будут проедут горный перевал Кемерово. Горы будут на восток. Кемеровская область, потом Колыма, затем на Дальнем Востоке тоже горный массив есть. Стоит кафе, блин. На обратном пути в Иркутской области горный перевал. Там, кстати, попал я в снежный плен. Недолго стоял, но... Удачно поставил, потому что надо было дальше от дороги. Очень неприятно. Надо было заехать, парковаться. В снежном плену недолго стоял, но... Ну, очень неприятно. Ну, это, наверное, уже будет комментарий, когда эта серия появится на экране. Так, Артобот. Лучшие горы, как я считаю, в Бурятии и в Забайкалье. В Забайкальском крае. Ну, я не знаю, какие у тебя критерии
по оценке красоты, я считаю, что все горы красивые. Ну как вот можно сравнить горы в Крыму и, например, кемеровские горы в Кемерово или на Колыме? А на Кавказе горы Серпантин. Так. Юрий Хоттабыч, крутое путешествие. Я бы прокатился тоже, если была возможность. Ну, я рекомендую. Советую. На восходе, на востоке. Каждому мужчине проехать левый глаз. Через всю Россию хотя бы один раз. Туда и обратно. Я думаю, у вас поменяется мироощущение. Может произойти переоценка внутренних ценностей. Так, вот интересный комментарий, ответ 11.42, Вадим. Солнце будет в лицо. Отвечает Артободу. Значит, что? Парнишка, что ты хочешь увидеть в этом Шацке? Вырастешь, выучишься и поедешь, наверное, куда захочешь. И поверь, в будущем у тебя будет... И поверь, в будущем у тебя вряд ли будет желание ехать в Новосибирск. Двигаться можно чуть дольше. Есть места намного лучше. И помни, если бы ты никому не нужен был, тебя никто деньгами бы... Тебе никто не дарил бы деньги и подарки. Я в детстве тоже никуда не ездил, и даже Ютуба тогда не было, ролики смотреть. Отучился, начал работать и поехал куда захотел. Сначала на поезде, затем на своей машине. Так что не унывай и верь в свои силы. С днем рождения. Хороший ответ, Вадима. Я читал, что Артобот написал, что собираешь деньги, купишь деньги на автомобиль. Накопил там 45 тысяч. Что я могу сказать? Ну, купишь ты ведро с болтами, с гайками там за 45, за 50, за 70 тысяч. И что дальше? Чтоб перед девчонками проехать там это, пофорсить что ли? У тебя все время уйдет на ремонт. Все деньги, которые у тебя будут, уйдут на ремонт. Ты потеряешь время, которое нужно использовать более эффективно, с пользой для себя. Убьешь время и потеряешь деньги. Вот и все. И через 2-3 года ты сдашь эту помойку в металлолом. Хороший автомобиль, на мой взгляд, вот по нынешним ценам дешевле, ну, 700-800 тысяч стоить не может. Если хочешь, конечно, на этом автомобиле ездить, а не заниматься постоянно ремонтом. У меня нет времени, к сожалению, отвечать на все комментарии, читать все комментарии, потому что компьютер занят практически круглые сутки. Обрабатывается видео, очень много времени занимает обработка. Я даже
начинаю задумываться, правильно ли я сделал, что решился на то, чтобы разместить видео о всем маршруте. Ну, первоначально прикинул, что «57 дней в пути, по 10 серий каждая, это 570 серий. Но если по 2 серии в сутки выкладывать, ну, это меньше года на это уйдет. Но еще как-то можно было с этим смириться. А сейчас стал обращать внимание, что количество серий не уменьшается, а наоборот увеличивается. Если предполагал 570 первоначально, то сейчас уже, по моим прикидкам, более 700 серий. Это только на фронтальную камеру. А еще будет боковая камера. Так что ситуация у меня такая затруднительная, потому что уже начал дело, так надо его до конца доводить. Но я не предполагал, что по времени вот так вот может растянуться. В целях экономии времени многие видео я размещаю без второго комментария, в расчете на то, что это займет меньше времени для обработки. И плюс ко всему я повторю, что рассчитывал, что тот комментарий, который в салоне автомобиля, будет четко слышен, но, к сожалению, просчитался. Так, теперь, почему я не заезжаю в большие города, не заезжаю в города, например, Вологду прошел по объездной. Объясню стратегию и тактику. Во-первых, я стартовал в конце лета. Расчет был, что займет 1,5-2 месяца маршрут. Я опасался попасть в межсезонье, чтобы не попасть в снежный плен, там снегопад и прочее, проехать по трассе в сухую погоду. Это была главная цель, почему я не заезжал в города. Постарался как можно быстрее доехать до Магадана в объезд всех городов. На обратном пути я заезжал в города. Не во все, правда, а вот так вот выборочно. Ну а заехав в город, что я могу о нем рассказать? Тупо проехать по улицам, не зная ни историю памятников, ни историю города, ни каких-то памятных мест, достопримечательностей. Для этого, я думаю, много в интернете видеороликов обо всех городах, где подробно, профессионально, с комментариями, историческими какими-то подводками объяснят и расскажут о городе более интересно, чем мой тупой проезд. Но повторю, что на обратном пути я заехал в Находку через город, потом в Благовещенск, кстати, интересная серия будет. Я там снял на видео и китайскую сторону, и российскую. Ну, будете смотреть, я думаю, сами оцените эти. Ну, а потом проехал через Новосибирск, Омск, через города. Я больше всего опасался, что от Омска мне придется ехать через Тюмень, потому что уже был прогноз, по радио передавали, что на Урале, в Уральские горы, уже в снегу, уже есть проблемы с перевалом. Вот. Я больше всего опасался этого, потому что на летней резине, на перевал, ну, там
туда соваться не стоит. Но, к счастью, в Омской области я уже узнал, что проблемы на перевале через Уральские горы, проблемы нет. И поэтому рискнул, поехал через этот перевал. Ну, этот перевал Уральские горы, там точно не скажу, но километров 200. У меня еще какая была цель — заехать на перевал. Там есть населенный пункт Карпачево. Так вот, на трассе там очень хорошее место для остановки, стоянки, магазины, всевозможные мастерские. И я там рассчитывал подремонтировать Акинори, потому что он у меня стал барахлить, ну, просто-напросто не заряжался. Я полагаю, что там нужно было менять аккумулятор. Ну, может быть, даже и перепрошить его. Так, и еще у меня такая информация о перевале через Уральские горы. В прошлые годы там было очень много вдоль трассы разных киосков, развалов таких вот, где можно было и сувениры купить, и прочую память об Урале и так далее. В этот раз проезжал, я просто был очень сильно удивлен, что почти все они закрыты, то есть или их сожгли, видно пепелище на этих местах, или разобраны, или висит объявление, что продается и так далее. То есть, как таковое, придорожных услуг вот, в плане приобретения сувениров, каких-то товаров на Уральских горах, на перевале через Уральские горы стало гораздо хуже, гораздо беднее. Так, ну это я убежал слишком далеко вперед. Вот если будут вопросы по существу, какие-то серьезные, чтобы я не лез, например, в Википедию или в интернет, я на них отвечу. Ну а такие вопросы, как какой будет поворот, где поворот и так далее, ну, ребята, на видео сами смотрите, увидели этот дорожный знак, остановите, посмотрите, что это за знак, и все встанет на свои места. Просто я говорю, физически я это, ну, не в состоянии буду сделать. Вот, например, вот в этой серии я максимально разместил информации о Ярославле, то есть улицы, по каким улицам проезжаю, вот какие там мосты и так далее, какие населенные пункты. Я буду стараться максимально информативно размещать информацию на видео, то есть какие более-менее населенные, ну, значимые населенные пункты проезжаю. Вот, буду выводить названия этих населенных пунктов, там поселков, деревень, может быть. Ну и по мере возможности буду комментировать аудиопривязку к тому месту, где, например, в данный момент двигаюсь. Ну, Ярославль все ближе и ближе. Теперь, наверное, слушайте комментарии, которые я буду вести из салона автомобиля. Тут, по-моему, будет уже
ну, получше, будет меньше шума. Вот, и можно будет разобрать, о чем я веду речь. Ну а в этой серии я аудиокомментарий второй заканчиваю. Более быстрый маршрут, говоришь?
7.40, по-моему, это пик. Плотность движения высокая. Середина рабочей недели, кажется. Так, дальше будет мост через реку Волга, Ярославль. Здесь я служил в армии, в учебке, учился на радиста.
надо было мне выпендриваться. Стартовал из дома, что попаду в самую раздачу. Так оно и получилось. Пошла-то со своим. Более быстро. Представляешь, петлять по городу, блин. Врехался в самую пробку. Зря я стал подсказки ее слушать. Ладно, я думаю, солнце выше поднимется. Когда покинем Ярославль. Ну, задница капитальная. Чем я эту тетку послушал с ее подсказками?
Попробуем ярославские пробки. Московских же мне мало было. Знаешь, пошла-ка ты попадаешь. Со своим более быстро. Быстро кошки родятся. Кладут, блин, здесь так не проехать. С одной стороны ремонт, с другой стороны эти поддоны с плиткой. Можно, все можно, конечно, но это рационально, наверное. Ярославские пробки.
придурок, что ли? Или уснул? Что я могу рассказать о городе? Ни хрена не знаю. Но смысл проезжать через города, когда конкретно ничего сказать не блин, прокладываешь ты через задницу, ё-моё. Слушал бы я эту подсказку.